В эфире «События», в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Более 20 километров трамвайных рельсов в этом году отремонтируют в Самаре. Работы по обновлению путей ведутся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать помехи движению на дорогах. За ремонтом на одном из самых сложных участков на улице Тухачевского наблюдала наша съемочная группа. По рельсам, как по маслу, бесшумно и плавно теперь будут скользить самарские трамваи. Когда город засыпает, на ремонт трамвайных путей выходят работники трамвайно-троллейбусного управления. Капитальный ремонт рельсов на улице Тухачевского не проводили ни разу. Это один из самых сложных участков в городе. Движение здесь плотное и интенсивное. Здесь пришли в негодность уже по износу рельсы. Вот, и идет замена. Также здесь ведется замена пересечений глухих, как так называемых ромбов, и стрелочных переводов. Рельсы идут того же качества, собственно говоря, но в связи с тем, что здесь очень сильная интенсивность движения, то есть этих рельсов хватит лет на 8-10. В этом году в Самаре уже отремонтировали порядка 10 километров трамвайных путей. Половина от всех запланированных работ. Темпы в самарском ТТУ сбавлять не намерены. Кроме самих рельсов, пристальное внимание уделяется и всей транспортной инфраструктуре. Электроподстанции и подвесные линии под чутким контролем. Также заботятся и о состоянии подвижного состава. В Самаре трамваи и троллейбусы больше 80% работают уже в изношенном состоянии. Им 30-35 лет, а некоторым даже 40 лет. Поэтому мы сейчас занимаемся активно реконструкцией трамваев и троллейбусов. Вот в настоящий момент мы занимаемся ремонтом 7 трамваев и 4 троллейбусов. Текущий ремонт трамвайных путей в Самаре продолжается круглый год. Особого внимания требуют Заводское шоссе, улицы Галактионовская, Красноармейская, Полевая. Некоторые самарские улицы ждет полное обновление. Капитальный ремонт в этом году запланирован на Советской аэродромной промышленности Ставропольской. На все виды работ выделяется более 30 миллионов рублей. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События». Внимание требуют и подземные коммуникации. В Самаре требования к их ремонту стали намного жестче. Теперь разрешение на вскрытие асфальта ресурсоснабжающим и управляющим компаниям будут давать только после того, как они докажут полную готовность к проведению работ, наличие труб, бетонных перекрытий и других составляющих. Такие нововведения призваны сократить сроки ремонтных работ и заставить управляющие компании выполнять их в соответствии с графиками. А ямы на дорогах, газонах и тротуарах города, образовавшиеся вследствие ремонта, не будут месяцами мешать движению автотранспорта и пешеходов. Заделывают все вскрытия. Компания должна будет сразу после перекладки коммуникаций. Это касается придомовой территории, я обращаюсь к управляющим компаниям. Если кто-то думает, что затаился и сейчас потом будет копать, как попало и где попало, то этого тоже не будет. Самарцам удалось отстоять дубовую рощу, которая рисковала стать стройплощадкой под очередную высотку. Жители домов по улице Солнечная и застройщик сели за стол переговоров, пригласив в поддержку депутатов. Подробнее в нашем сюжете. 40 дубов, 200 ясней и еще столько же кленов. Роща на Солнечной – уникальный уголок живой природы среди каменных джунглей. Но насладиться прохладной тенью деревьев в жаркий летний день у жителей не получается. Свободный доступ ограничен. Частная территория. Ее огородили забором. В течение 8 лет не пускали туда людей. Охранники там были, собак развели целую кучу. Ну и страшно замусорено, поскольку людей не пускали, никто не убирался, а использоваться она никак не использовалась. Планировалось, что на этом месте вырастет 24-этажный дом. Жители вовремя забили тревогу. Застройщик пообещал деревья не трогать. Самое главное, нам кажется, что нам нужны гарантии твердые, что роща сохранится. При любом раскладе. Территория дубовой рощи в данный момент застраиваться не планируется. О чем как бы мы совместно с жителями провели несколько совещаний и договорились. В качестве гарантии письмо от собственника земли и проект застройки территории, в которую роща не входит. Я не склонен думать, что застройщик нарушит данные им обязательства и начнет здесь строительство, потому что это будет слишком социально взрывоопасная ситуация. В собственности фирмы-застройщика еще один участок земли неподалеку, на месте бывшего профилактория. Там планируется строительство высоток в 24 этажа. Это тоже не на шутку беспокоит жителей. Территория будет перенаселена. Еще 4000 человек в микрорайоне с одним детсадом и одной школой. Появление здесь монстра в 24 этажа, оно ухудшит для людей
существования. Безусловно, строить в городе надо, да, и, но это надо там соблюдением всех правил и с уважением тех людей, которые уже на вот этой территории сопредельной проживают. Строителям рекомендовали пересмотреть проект застройки территории и сделать его более разумным и социально направленным, уменьшить этажность, а также запланировать строительство детсада и школы. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов, события. В России завершился единый государственный экзамен. Сейчас подводятся заключительные итоги. Ребята из Самарской области в этом году особенно порадовали. 109 выпускников сдали русский язык на 100 баллов, 19 человек стали 100-бальниками по литературе, 14 – по физике. Шестеро школьников из Самары и Тольятти получили 100 баллов по двум предметам одновременно. И самое долгожданное событие – наивысшее число баллов по математике. У нас есть два 100-бальника по математике. Вот это, конечно, очень такой для нас радостный момент, потому что, скажу вам честно, 100-бальных результатов за всю историю, что я вот занимаюсь единым государственным экзаменом, у нас был один 100-бальный результат, а в этом году два 100-бальника, причем абсолютно те, кого мы ждали, знали и всегда между собой говорили. Ну уж если вот они не получат 100 баллов, кто же тогда в России должен эти 100 баллов победить? Экзамены проходили строго в соответствии с требованиями Министерства образования. 9 человек были удалены с ЕГЭ без права пересдачи. Ребята, которые принесли на экзамен калькуляторы, мобильные устройства или шпаргалки, не получат аттестат зрелости вместе со всеми. И только в следующем году смогут еще раз попробовать свои силы. Кроме стационарных пунктов сдачи экзамена, в этом году было организовано 12 пунктов на дому для выпускников, которые по состоянию здоровья не могли прийти в школу. Пока можно говорить только о предварительных итогах. Сейчас идут апелляции. По словам специалистов, каждый год их примерно одинаковое количество. Но в целом Самарская область с успехом справилась с трудным образовательным испытанием. Жизнь людей с ограниченными возможностями не должна быть ежедневным испытанием. Поэтому все социальные объекты региона до 2020 года должны стать доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такая задача стоит перед областными властями и главами муниципалитетов. Для улучшения качества жизни инвалидов в городе разработана новая программа «Доступная среда» в Самарской области. На ее реализацию в течение 4 лет направят больше 1 миллиарда рублей. Что запланировано сделать на эти средства, узнавала наша съемочная группа. Больницы, школы, театры и стадионы – все это должно быть доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. В регионе для этого разработана специальная программа. К 2020 году планируется адаптировать 100% социальных, спортивных и культурных объектов для инвалидов, повысить квалификацию сотрудников реабилитационных центров, а также продолжить закупать специальное оборудование для детей с инвалидностью по слуху и зрению. Учреждения начального и высшего профессионального, начального, среднего и высшего профессионального образования, там, где сегодня у нас дети-инвалиды имеют возможность продолжать обучение. И за региональный бюджет уже техника новая закуплена тем ребятам, которые продолжают учиться в школе. В Самаре уже несколько лет решают проблемы инвалидов, причем при их непосредственном участии. Одна из основных проблем – отсутствие пандусов. Застройщиков обязывают учитывать этот момент еще на этапе строительства. Насколько доступными будут здания после окончания стройки, оценивают представители общественных организаций инвалидов. Мы, как общественная организация, нашли общий язык с министерством. Мы составили, подготовили план на 2015 год. И вот уже 2 объекта проверили. Недостатков в вопросах доступности очень много. Это все отдокументировано и отдано подрядчик, который будет устранять эти недостатки. В прошлом году пандусами в Самаре оборудовано более 130 зданий. Специальные спуски есть и на отремонтированной набережной. Эта работа будет продолжена. Также в городе закупаются низкопольные автобусы и троллейбусы с откидной аппарелью. Выплачиваются субсидии на ремонт квартир, где проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в последние годы муниципальные предприятия Самары создают специальные рабочие места для инвалидов. Мы занимаемся трудоустройством инвалидов. 35 человек было трудоустроено в период с 2012 по 2014 годы. И сейчас вот в рамках программы, которую реализует Министерство труда и занятости Самарской области, мы планируем достаточно большое количество инвалидов, не менее 30-40 человек, трудоустроить в муниципальных предприятиях.
На заседании комиссии по делам инвалидов представители общественных организаций обратились к городским властям с просьбой провести встречу с компаниями перевозчиков. Кнопками остановки оборудованы далеко не все маршрутные такси. Это создает неудобство для инвалидов по слуху. Просьбу общественников пообещали выполнить. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. Жители поселка Крутые Ключи следят за своим здоровьем и прошли медосмотр прямо у себя во дворе. Сделать медицинское обслуживание ближе и доступнее – такую задачу себе поставил общественный совет микрорайона. Как он с ней справляется, расскажем в сюжете. Глаукома у вас нету, катаракты? Да не было вроде. Все у вас. 19. Проверить состояние глазного дна, работу сердца и уровень сахара в крови. Бесплатно и без предварительной записи смогли жители Крутых Ключей прямо в своем дворе. Результаты анализов и консультацию специалиста получили тут же. Мне очень нравится садить. Вот все нравится, что они приезжают сюда, что такая мобильная вот группа приехала. Нас осматривают. Пришли все, без проблем сдали кровь, без проблем врачи здесь приехали. Пришел. Увидел, победил, называется. Очень удобно никуда не ходить, стоять в очереди. Здесь немного. Вообще удобно, что сюда приезжают. Очень даже хорошо, мне нравится. И как-то приятно время не тратишь на поездку куда-то. Сейчас в поселке Крутые Ключи одно поликлиническое отделение и несколько врачей, более чем на 40 тысяч жителей поселка. Этого катастрофически не хватает, особенно нужны узкие специалисты. На встречу общественного совета жители рассказали о проблеме. Решение помог найти один из членов общественного совета, главврач 14-й поликлиники Игорь Немченко. И вот врачи сами приехали к жителям в Крутые Ключи. Это обращение жителей не было бы возможным, если бы у нас не существовал в Крутых Ключах общественный совет. И, как вам сказать, это одна ступенька, которая не разделяет, а соединяет власть существующую и жителей, которые проживают как в черте городского округа Самара, так и конкретно в Крутых Ключах. Врачи у жителей Крутых Ключей востребованы. Первое же мероприятие собрало более 100 человек. Общественный совет решил проводить такие акции регулярно. Мы сейчас очень активно общаемся с жителями и стараемся вот все те пожелания, которые они высказывают, как-то максимально их реализовывать. В общем-то, выясняется, что это не так и сложно сделать. Важно просто быть максимально чуткими, внимательными и как можно быстрее реагировать. Вторник в Крутых Ключах теперь объявляется Днем здоровья. Именно в этот день весь июль здесь будут проходить оздоровительные мероприятия, лекции, консультации врачей. Меры временные. В конце года откроет двери новая больница, современное оборудование и достаточное количество узких специалистов. Этого события ждет весь микрорайон. Сейчас в здании заканчиваются отделочные работы. Валерия Макарова, Константин Головин. События. К другим темам. В Самарской области на 16% выросло число погибших на воде по сравнению с прошлым годом. А вот количество пожаров, несмотря на недавнюю жару, снизилось. О мерах безопасности во время отдыха на природе рассказали журналистам сотрудники Главного управления МЧС. 30 человек погибли на воде с июня 2015 года. В основном это мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Главные причины – алкоголь и несоблюдение элементарных правил безопасности. Лишь один погибший был обнаружен в зоне работы спасателей на красноармейском спуске реки Волга. Остальные утонули на неофициальных пляжах. Одно из требований для того, чтобы это место было соответствующим образом оборудованным и открытым – это наличие на нем спасателей. Поэтому вы понимаете, что, наверное, муниципальные органы, они не всегда в состоянии финансово организовать такие места везде, где отдыхают граждане Самарской области. Еще одна опасность, подстерегающая отдыхающих в летнее время – пожары. Возгорание сухой растительности, к счастью, не привели к человеческим жертвам, но материальный ущерб от них весом. В Самарской области на сегодняшний день сгорело 5 жилых домов. Огонь перекинулся с земли на строение. Чтобы не допускать подобных случаев, сами владельцы должны позаботиться о своих домах. Здесь необходимо обратить на то внимание, чтобы именно производилась опашка и проводились минерализованные полосы для того, чтобы пожар не смог перекинуться с сухой травы на строение. Ну, граждане должны обращать на свою, прежде всего, безопасность для того, чтобы предотвратить там вот эти вот
трагические последствия. Ежедневно 300 спасателей из МЧС выходят на работу, но, как говорится, к каждому отдыхающему спасателя не приставишь. Чтобы не стать жертвой стихии и не получить травмы, необходимо проявлять бдительность. Не злоупотреблять спиртным, выходя на воду, аккуратно обращаться с огнем и помнить телефоны экстренных служб. Марианна Мирная, Максим Гусев. События. Самарцы, отдыхающие на берегах Волги, могут быть спокойны за свое здоровье. Роспотребнадзор заявляет, что любителям прохладной волжской воды ничего не грозит. На самарских пляжах нет патогенных микроорганизмов. Купаться и загорать разрешается. С теми, кто предпочитает отдыхать на берегу реки, пообщалась наша съемочная группа. Красиво плывут. Кто? Вон та группа в полосатых купальниках. Когда опасность имеет тигриный облик, пляжи мгновенно пустеют. Другое дело, если угроза для здоровья не столь очевидна. К примеру, кишечную палочку невооруженным глазом в воде не разглядишь. Но сейчас не стоит и пытаться. Вода на самарских пляжах вполне безопасна для здоровья отдыхающих. Валентина Коп ориентируется на запрещающие аншлаги и правильно делает. Если их нет, купаться можно смело. Мы считаем, раз он открытый, то можно купаться. Раз нет нигде вот вывесок, что пляж закрыт, там найдено то-то, то-то, то я считаю, что можно. За санитарным состоянием воды на оборудованных пляжах Волги пристально следят сотрудники Роспотребнадзора. Каждую неделю проводят лабораторные исследования. Пока самарские пляжи, а их около десятка, в группу риска не входят. Количество микроорганизмов допустимое, патогенных бактерий нет. Купаться можно, но заглатывать воду не нужно. Нужно внимательно относиться к купанию и пребыванию воды в воде детей, не приходить и не купать животных. Вот. Тогда в целом, и не нырять, если то в целом это будет для населения безопасно. В случае, если количество микробов в Волге превысит допустимую норму, пляжи будут закрыты для купания. На опасных участках вывесят объявления. А пока кричащих об угрозе вывесок нет, жители ориентируются по солнцу. Если солнце есть, идем на пляж. Отличная кардиотренировка. Поплавать, побегать на набережной, позагорать. По погоде. Я просто плаваю и больно не думаю. Любители понежиться на солнце и поплескаться в прохладной волжской воде уверены. Чтобы не подхватить инфекцию, достаточно соблюдать элементарные правила гигиены. Надо соблюдать меры предосторожности, не глотать воду после пляжа, принять ванну, помыться. Санитарное состояние воды проверяют, но реже и на необорудованных местах для купания. На стихийных пляжах, на Самарке и Татьянке. Чтобы избежать неприятностей, Роспотребнадзор советует отдыхать на официальных пляжах и внимательно следить за информацией о качестве речной воды. Алина Чемерис, Алексей Золотенков. События. В Самаре будет свой парк юрского периода. Правда, пока в нем только скульптуры от самарских умельцев. Они сделали уникальный макет доисторического насекомого. Гигантская стрекоза Меганевра – точная копия той, что летала в каменноугольном периоде. Экспонат отправляется в палеонтологический музей, где до этого хранились лишь каменные отпечатки крыльев насекомого. Подробности в нашем сюжете. Уникальная модель гигантской стрекозы один к одному. Именно такой она и была. Размах ее крыльев достигал 70 сантиметров. И жила она сотни миллионов лет назад, тогда, когда еще даже динозавров не было. Макет доисторического насекомого своими руками создали самарские умельцы Николай Стрижов и Лариса Николаева. Работали с отпечатками крыльев на камнях, найденных археологами, и записям ученых. В ход шли самые неожиданные материалы. Само тельце стрекозы из пенопласта, крылья из пленки, щетинки на брюшке из ворсинок от щетки, покрашенные краской для волос, коготки на лапках из иголок кактуса, а для перламутрового щитка использовали лак для ногтей. 8 месяцев и стрекоза готова. Мы кличку ей не давали. Так вот видовое название Меганевра было, мы так ее и звали. Название такое полуругательское немножко. Вот, оно поэтому и запоминается. Вот, а когда еще чуть-чуть тяжело идет, то прям так и говоришь, ах, Меганевра. Название вида стрекозы «Меганевра» означает «крупные жилки». Это одно из крупнейших насекомых всех времен. Летала она медленно и неуверенно, как и все насекомые каменноугольного периода. Она была хищником, питалась она тоже летающими насекомыми, более мелкими, вымершими, палеодиктиоптеры назывались эти. Доисторическая стрекоза улетает в палеонтологический музей имени Борисяка. Как отмечают специалисты, еще никому не удавалось сделать настолько точную копию древнего насекомого. Марина Матвеевна, Сергей Баскин. События.
У меня еще новости экономики. Не переключайтесь. Самое простое определение инфляции, которое я когда-либо встречал, звучит так. У нас все больше рублей и все меньше денег. А в России, кстати, отмечается продовольственная дефляция. В июне в месячном выражении она составила 0,4%. В годовом выражении рост цен на продукты замедлился до 18,8%, следует из отчета Росстата. В группе плодово-овощной продукции огурцы подешевели на 39,2%. Белокочанная капуста и помидоры на 27,5% и 23,1% соответственно. Репчатый лук подешевел на 12%, бананы на 7,5%. Выросли цены на свеклу на 15,5%, на лимоны на 11,6%, морковь подорожала на 9,3%, сухофрукты, апельсины, виноград и картофель на 2,3-4,1%. В целом же плодово-овощная продукция в июне подешевела на 5% по сравнению с маем. Снижение цен зафиксировано на все виды крупяных изделий. Подешевели сычужные, твердые и мягкие сыры, пшеничная мука, питьевое молоко, мясо птицы, говяжья печень и мороженая разделанная рыба, кроме лососевых пород. Количество российских компаний, которые признаются банкротами, продолжает расти, но более медленными темпами, чем в первом квартале, при этом растет цена банкротств для кредиторов. Всего за первое полугодие было опубликовано 7658 сообщений о принятии решений о признании должников банкротами. Год назад зафиксировано 6631 публикация о банкротстве. Общие темпы роста числа банкротств по итогам полугодия составили 15%. МИД России призвал российских туристов, находящихся в Тунисе, проявлять бдительность и не покидать курортные зоны. МИД продолжает тщательно отслеживать ситуацию в Тунисе. По данным тунисских властей, обстановка в стране стабильная. Силовые структуры предпринимают необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности в тунисских городах, на стратегических объектах и туристических курортах. Ранее появилась информация о том, что власти Туниса приняли решение о вводе в стране чрезвычайного положения. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленным движением котировок. Индекс РТС снизился, индикатор ММВБ в плюсе на отметке 1623 пункта. Среди лидеров падения – Solers, НЛ Россия, Фосагро, Мегафон, Преф и Мечело и Башнефти. Лидеры роста – бумаги НМТП, Уралкалия, Nvidia, Полиметалла, Акрона, АФК-система, МТС и Роснефти. Торги на российском рынке открылись на фоне негатива на торгах в США и Европе, что стало реакцией на итоги референдума в Греции. На азиатских площадках единой динамики не наблюдается, нефть дешевеет. Курс доллара на 7 июля 56 рублей 41 копейка, курс евро 62 рубля 42 копейки, золото стоит 2111 рублей за грамм, серебро стоит 28 рублей 27 копеек за грамм, цена нефти марки Brent 57 долларов 79 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.